4, поджимаем правую колено к себе в корпус. Итак, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4. 5, переносим вес на правую руку, 5, на 6, отпрыгиваем назад, 6, 7, ноги меняют свое направление, 7 в эту сторону, и 8, и поднимается левая нога. Еще раз, 5, 6, 7, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8, и. Руки. Итак, на 7-8 мы тоже шли сюда. Дальше. Правой рукой мы бьем по диагонали вперед. Левая рука чуть-чуть поджимается к себе. Это вот раз. На 2 мы прокручиваем руки перед собой. 2. Дальше. 3. И. То есть мы их поднимаем вверх, опускаем до 3. И на 4 раскрываем стороны, опускаем вниз. То есть это у нас будет... Раз, два, три, четыре. Дальше на пять. Руки будут уходить назад за корпус. Груз мы будем выводить вперед. Пять. На шесть мы будем выводить вперед перед собой. Пять, шесть. Семь. Будет бить левая рука, о, правая рука. Семь. Ноги. Две руки собираются вот здесь, после грудной клетки. Семь. И на восемь. Мы будем бить диагональ. Восемь. И. Будет раскрываться левая рука в сторону, правая раскрываться будет перед собой. С раскрытыми ладонями. Еще раз. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, и 3, 4, 5, 6, 7, и 8, и. Соединяем медленно с ногами. 5, 6, 7, 8. Побежали. Раз, 2, 3. И 4, и 5, 6, и 7, и 8, и. Еще раз. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8, и. Дальше, отсюда. Шагаем с левой ноги. Та-та-та-та. Два раза, то есть левая, правая, левая, правая. После чего? Бьем колено в грудной клетке, пам, выставляем ногу в сторону. Здесь будем немножко приседать и два раза бьем колено вперед, правда, та-та-та. После чего делаем разворот и оказываемся корпусом в диагонали, в правую диагонали. Еще разочек. Мы остановились на поднятой ноге. Та-та-та-та. Бит. Поворот. Присесть. Колено к колено. Поворот, диагональ. Руки. Закончили здесь. У нас будет с вами следующее движение. Два раза мы будем обводить правой рукой лицо. Голова будет немножко тоже давать акцент. То есть ей не нужно бить специально, но она может немножечко сюда наклоняться следом за рукой. Два раза. После чего мы бьем опять правой рукой в диагональ. Вниз. Пам. После этого мы раскрываем грудную клетку, раскрываем руки, мягко закрываемся, то есть та-та. Выпрямляем левую руку назад и правую будем тянуть вперед локти. Визуально будет казаться, что движение идет рывками, но это не так. Движение у нас идет плавно вниз. Рывками оно кажется из-за того, что там будет движение колена. Два удара, это не совсем верно. Движение плавно идет вниз локтем. После чего руки сбрасываются, пока мы разворачиваемся, и спокойно остаются здесь внизу, после поворота. Собираем вместе руки и ноги. Мы закончили здесь раскрыть. Мы делаем раз, два, и. Дальше мы будем так. Три. Раскрыли, закрыли, спустили. Удар, удар. Пока мы ведем руки та-та-та. И разворот взяли. Семь у нас было. Семь. И восемь. И. Раз, два, три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз медленно с этой части. Мы закончили. Так, семь.
7-8. Дальше. Вы стоите диагональ. Вы немного приседаем, разводя колени. Делаем шаг на правую ногу и также поворачиваемся в левую сторону. Теперь немножко в левую диагональ. Руки у нас делают следующее. У нас правая рука идет перед лицом, раскрыта ладонь. Левая уходит на затылок. И делаете это немножко с замахом. То есть руки поднимаются и приходят в это положение. Когда руки здесь оказываются, на этом движении, мы немножко приседаем. Раз. Руки снова выводятся сюда, и когда мы делаем шаг, они прорисовывают полный круг и заворачиваются таким образом, чтобы левая была видна сзади, правая вот здесь возле лица. Здесь мы себя довернули. Дальше левая рука делает петлю, идет сюда к правой. Руки опускаются вниз, мы разворачиваемся на центр, не отнимаем коленочка. И руки поднимаются вверх, как будто мы молимся чему-то. Там будет строчка «God bless you». God bless you. Дальше мы это еще раз, все еще держим руки. Раз, на два, они идут вниз. Мы шагаем правой ногой назад, вбиваемся в пол. Три, четыре. На пять опускаемся вниз. У ребят идет перестроение. Пять, шесть, семь, восемь и. И на восемь и у нас поднимается правая нога, будет крест перед лицом. Подсчет отсюда. Семь, восемь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и соединим всю первую часть до этого момента. 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и. Дальше начинается вторая часть. Здесь, отсюда мы топаем ногой, начинаем через низ раскрывать руки. Сначала руки раскрываются через низ, уходят в сторону на угол 45 градусов, после чего идут в крест, голова отворачивается, и руки возвращаются сюда, раскрываются собранные кулаки, сбрасываются вниз, и на слово «here» правой рукой мы бьем баталом. Это делают не все, некоторые это движение не делают. Некоторые делают, как вы выбираете сами. Еще раз, 7, 8 и раз, 2, 3 и 4. 5, 6, 7, 8. Теперь ноги на раскрытие. Нога топает в пол. Здесь мы все еще на нее качаемся. Раз, два, три. На три мы отрываем ногу. Три. И отрывается нога. Четыре. Нога встает на место. То есть мы сначала немножко здесь покачиваемся на эту ногу. Раз, два, три и четыре. На пять мы подпрыгиваем, сбрасываем себя. И у нас идут перемещения. Перестроение, либо мы просто ходим на месте, ждем, опять же, 8 и. И точно в такое же положение, как первоначально, мы возвращаемся. 8 и. Еще раз. 5, 6, 7, 8 и. Та-та-та-та-та. 3 и 4. I wanna hear you. Здесь тоже на 8 и. Подняли руки. Дальше. Да, раз. Руки раскрываются в стороны. Мы будем три раза топать ногой. Раз, два, три. И руки будут делать следующее. Из креста расходятся в стороны. На второй топ они соединяются и идут наверх. То есть именно на топ соединяются и поднимаются вверх. И на третий топ они уходят сюда, на центр. И на четыре они растягиваются, раскрываются. Либо в эту диагональ, если центр там, либо если центр с этой стороны, сюда. В сторону центра раскрываются руки. Еще разочек. Так, сюда мы раскрыли. Еще разочек. 7, 8, 3. Раз, 2, 3 и 4. 5, 6, 7, 8 и. Раз, 2, 3, 4. Дальше. После этого движения мы снова бьем правой рукой сюда. Пам. Через низ выводим левую руку. Через низ лицо.
То есть у нас был тест, вот здесь, пам, мы его раскрыли. Шаг направо, сверху закрываем руки. Еще раз такое же движение здесь, и оно уже только внизу. То есть так, 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 так. Угу. После этого отставляем правую ногу назад, руки собираются здесь, внизу, пам, соединили их. У нас идет разворот через левое плечо на баскет. Они кричат, у них секундная пауза. После этого тоже две партии к центру. Если вы поворачиваетесь к центру сюда, то у вас сверху будет правая рука. Если центр будет здесь, то сверху будет левая. И движение очень простое. Пам. Руки рисуют петлю и раскрываются там. Так, чтобы к центру ударили плечо. И потом вы медленным слайдом оттягиваете себя от центра. То есть, если центр у вас здесь, вы делаете так, петля сюда, плечо, и оттягиваете себя в сторону. И если центр здесь, то вы делаете левую сверху, делаете эту петлю сюда, раскрываете руку, делаете бит плечом к центру и оттягиваете себя назад в другую сторону. Медленно соберем под счет всю вторую часть. 5, 6, 7, 8 и 1, 2, 3 и 4, 5, 6, 7, 8 и 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, 8 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, поворот, 4, баскет, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Я напомню, мы берем второй припев. В первом припеве мальчики падают на пол и отползают, поэтому мы взяли второй припев, который они танцуют вместе с массовкой. Соединяем полностью все вместе, подсчет всю стороночку. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1, 2, 3 и 4, 5, 6, 7, 8 и 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Пробуем медленно.